Сегодня в Сочи во время объезда поселка Мирный глава региона проверил, выполняется ли его поручение по строительству дополнительной насосной станции. Кондратьев распорядился сделать ее после июньских наводнений. Но работы даже не начинались. Сейчас только расчищены участки Большого и Меретинского канала. По словам сочинских и краевых чиновников, все из-за того, что у города не хватает финансирования и проектные работы оказались слишком сложными. Однако губернатора такие объяснения не убедили. Людям абсолютно не интересны наши проблемы. Чиновничьи проблемы. Да. Давайте сделаем так. Месяц, последний срок месяц. В течение месяца здесь ничего не стоит. Вы или говорите мне, кто виновен конкретно. Но если здесь не будет подстанции, не будет или вас, или того, кто реально виновен в том, что ее здесь нет. Тогда назовите конкретно, кто помешал ее поставить. Договорились? Дополнительная насосная станция в поселке Мирный увеличила бы пропускную способность существующих каналов на 40% и серьезно помогла бы во время сильных дождей.